Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Какая одежда всегда будет приносить удачу знаком зодиака? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Представители зодиакального круга имеют свою уникальную энергетику и особенности, которые могут быть отражены через выбор одежды. Одежда является не только способом выражения стиля и индивидуальности, но также способна принести удачу и благополучие. Какая одежда может быть наиболее благоприятной для каждого знака зодиака? Овен. Яркая, динамичная одежда хорошо подходит для страстных и энергичных представителей. Они могут смело выбирать яркие оттенки, такие как красный, оранжевый, чтобы выделиться в толпе. Также знаки могут добавить в свой гардероб спортивные элементы и аксессуары, которые подчеркнут их энергичную натуру. Телец. Представители обычно ищут комфорт и практичность в одежде. Они предпочитают натуральные ткани и простые, но стильные наряды. Нейтральные оттенки, такие как коричневый, зеленый, могут быть идеальным выбором для знаков. Они также часто предпочитают носить качественные и долговечные вещи. Близнецы. Знакам нравится экспериментировать с модой и играть с разными стилями. Они могут смело выбирать необычные силуэты или яркие принты, которые отражают их активный и энергичный характер. Звездные представители даже готовы создать свои уникальные комбинации, сочетая разные стили и аксессуары. Раки. Утонченные натуры часто предпочитают носить удобную защитную одежду, которая приносит им чувство безопасности. Нейтральные постельные оттенки подходят им лучше всего. Представители могут использовать аксессуары, которые отражают их эмоциональную природу. Как вариант, браслеты или ожерелья с символами, имеющими эмоциональное значение для них. Лев. Гордые личности любят быть в центре внимания и привлекать к себе взгляды окружающих. Знаки могут выбирать одежду с яркими принтами, блестящими элементами или экстравагантными деталями. Представители также часто предпочитают наряды в оттенках золотого или желтого цвета, которые подчеркивают их волевую натуру. Девы. Признанные эстеты обычно выбирают практичную стильную одежду. Они предпочитают ровные, элегантные линии, избегая слишком ярких принтов или деталей. Знаки могут выбирать одежду из натуральных материалов и добавлять к ней аккуратные аксессуары, чтобы завершить свой образ. Весы. Разносторонние личности стремятся к гармонии и балансу в своих нарядах. Они выбирают одежду с хорошей посадкой и сбалансированными пропорциями. Знаки могут использовать светлые оттенки и нежные ткани, чтобы выглядеть элегантно и женственно. Также представители вправе добавлять в свой гардероб красивые аксессуары, которые подчеркнут их изысканный вкус. Скорпион. Скрытные представители обычно выбирают одежду, которая выражает их силу и загадочность. Они могут носить наряды в темных оттенках, таких как черный или глубокий бордовый цвет. Для них осознанным условием является носить аксессуары с символикой, которые имеют значение с целью создания загадочного образа. Стрелец. Представители любят свободу и приключения, а их одежда может отражать их широкий круг интересов. Они могут выбирать одежду в насыщенных расцветках или с необычными принтами. Знакам нравится комбинировать разные стили и добавлять аксессуары, которые отражают их природу путешественников. Козерог. Рациональные знаки всегда делают ставку на элегантный и сдержанный стиль. Они выбирают одежду с простыми линиями и красивыми тканями. Представители часто предпочитают нейтральные оттенки, такие как черный, серый, которые выглядят шикарно и стильно. Им нравится добавлять неброские аксессуары, которые подчеркивают их деловой и серьезный образ. Водолей. Харизматичные знаки часто стремятся к оригинальности и независимости. Они могут смело выбирать одежду с необычным кроем или принтами. Они также выбирают яркие цвета, которые помогут им выделиться среди других. Знаки обожают использовать аксессуары, отражающие их индивидуальность, и в качестве подобных дополнений выступают необычные серьги или сумки. Рыбы. Меланхоличные натуры часто выбирают одежду, которая выражает их мягкость и романтичность. Они могут примерять на себя одежду из нежных тканей и постельных оттенков, такие как голубой и розовый. Знаки также способны дополнить свой образ аксессуарами, которые подчеркивают их мечтательную природу. Бусы или броши с символикой станут прекрасным дополнением в гардеробе. Выбор одежды может быть важным аспектом для каждого знака зодиака, поскольку он может помочь им выразить свою уникальность и энергию.
Совершенно нет значения, какому стилю отдадут предпочтение зодиакальные представители. Главное – быть верным себе и чувствовать себя комфортно в созданном образе. Это поможет привлечь удачу и благополучие в жизни каждого человека.